Якутия получит новые школьные автобусы. Премьер-министр России распорядился выделить Минпромторгу 3 миллиарда рублей на закупку транспорта. И в этом году во все субъекты страны должно поступить почти 2000 школьных автобусов. 84 единицы техники отправят в Дальневосточный округ, и больше половины, 45, если быть точнее, достанется Якутии. В пояснительной записке к распоряжению говорится, что школьные автобусы Министерство промышленности купит напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.